Красные разноцветные шары – это символ открытия, нашего детского сада. Новый корпус детсада «Елочка» – целый мир для малышей площадью в 4500 квадратов. Двухэтажное здание рассчитано на 14 групп. У каждой есть собственные спальня, игровая, буфетная, раздевалка и санузел. Для занятий физкультурой и музыкой и отдельные залы. Воспитанники «Елочки» изучают сразу три языка – русский, бурятский и английский. Поэтому особый упор здесь делают на произношение и дикцию детей. Для того, чтобы удержать внимание детей, нужно не только нам традиционные наши карточки и зеркало, но и умное зеркало. Ребенок видит себя в зеркало, да, видит нашу героиню зазеркалья Машу и выполняет упражнение. Ну а, соответственно, учитель-логопед рядом. Маша губки развела. Улыбнулась. Зубки показываем. Губки трубочкой. Играет, как на дудочке. С помощью вот такой интерактивной панели ребята будут закреплять пройденные темы. Здесь десятки различных тестов, например, тело человека. Нам нужно подобрать название к частям тела человека. И если вдруг малыш сделает что-то неправильно, тут что-то не так. Интерактивный помощник его поправит. Порядка 130 детей у нас закомплектовано. Это и первичные направленные детки из очереди общей, и дети, которые идут переводами из других детских садов города, проживающие именно в данном микрорайоне. Здесь это первый такой детский сад, микрорайон растущий, здесь много новых домов. Конечно, здесь очень нужен был детский сад. Он появился. И хочу пожелать всем нашим родителям, деткам, чтобы они были счастливы, условия для них создаются. Дети – это самая главная радость нашей жизни. И мы с вами будем делать все, чтобы они росли вот счастливыми и выросли успешными людьми. А здесь, в детском садике, для этого есть все. Прямо ощутили уют и замечательную, хорошую семейную лавру. Новый корпус на 280 мест возвели за 9 месяцев. Строительство, а также покупка нового оборудования обошлись в 340 миллионов рублей. Лучше сада не найдешь. Обойди хоть весь район, лучшим будет все же он. Алина Котова, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ.